Каждый год в марте месяце вода в наших кранах меняет вкус и цвет. Это связано с паводковым периодом. Талые воды с полей попадают в реки, тем самым обь становится не такой чистой, как зимой. Использование объемов специальных реагентов, периодичность лабораторных исследований увеличивается кратно по отношению к другим периодам года. Но вы можете не беспокоиться, все реагенты, которые используются даже в увеличенных дозах, они в нормативе. В лаборатории подтверждают, мутность воды увеличилась значительно. Ее очищают с помощью отстаивания, фильтрации и добавления флокулянта. Но изменилась не только мутность, но и цвет воды. Она приобрела желтоватый оттенок. По шкале цветности вода безопасна в пределах от 0 до 20 градусов. На сегодняшний день вода у нас выглядит речная, вот так, подо льдом. Если зимой она абсолютно прозрачная, ее не отличишь от питьевой, то сейчас это вот такая вода. 3 недели в году вода у потребителя может поменять свои свойства. Но она не стала от этого какой-то там плохой или непригодной для питья, просто она стала другая. Она стала немного другого цвета, немного другого запаха. Зимой из-под крана барнаульцев бежит вода в 3 градуса цветности. Сейчас она в пределах 6-7. Чтобы избавиться от вредных бактерий, используют больше хлора. Поэтому и запах воды из-под крана тоже меняется. При этом даже немного желтоватая. Абсолютно безопасно, утверждают сотрудники лаборатории. Как с точки зрения химического состава, так и микробиологического. Дмитрий Дроздов, Дмитрий Денисов. День с толком.